Друзья, сегодня мы обсудим один из самых горячих скандалов на российском телевидении, связанный с легендарным сериалом «Воронины». Недавно вышел спин-офф этого популярного проекта под названием «Костя, Вера». И что вы думаете? Как только сериал вышел на экраны, начались обсуждения. Но не сюжет оказался в центре внимания, а смена актрисы на роль Маши Ворониной. Если Георгий Дронов и Екатерина Волкова вновь вернулись к своим ролям Кости и Веры, то Мария Ильюхина, сыгравшая Машу в оригинальном сериале, больше не участвует в проекте. Вместо нее роль взяла на себя 23-летняя Карина Орлова. И тут начался просто шквал негатива в ее сторону. Поклонники «Ворониных» сразу дали понять, что замена Ильюхиной на Орлову их, мягко говоря, не устраивает. В комментариях разразился настоящий ураган оскорблений. Ужасная игра. Ильюхина сыграла бы лучше. Зачем взяли по блату? Это лишь малая часть того, что пришлось услышать Карине. Представляете, каково молодой актрисе? Но она, несмотря на жесткую критику, держится. Хотя сама признается, что это было нелегко, с таким количеством негатива справится не каждый. Орлова рассказала, что вначале она была в шоке от того, сколько ненависти выплеснулось на нее в первый же день. Но, к счастью, съемочная группа поддержала ее, и это помогло справиться с давлением. Однако фанаты Марии Ильюхиной на этом не остановились. Им было недостаточно просто выразить недовольство, и они продолжили атаковать Карину за то, что она, по их мнению, не дотягивает до уровня предыдущей актрисы. Интересно, что сама Ильюхина тоже не промолчала. Она открыто обвинила создателей сериала в предательстве и заявила, что замена была сделана у нее за спиной. На Карину она тоже накинулась, назвав ее игру позорищем и отметив, что девушка не похожа на ее персонажа внешне. Да, напряжение чувствуется даже среди актеров, и от этого конфликт только разрастается. Однако съемочная группа проекта объяснила замену просто. Марию приглашали на пробы, и после них стало ясно, что для новой, повзрослевшей Маши требуется другая актриса. Выбор пал на Орлову, потому что она лучше подошла на эту роль. Но у фанатов свое мнение, и они его активно высказывают. Так что же будет дальше? Смирятся ли поклонники с этой заменой? Примет ли Карина эту волну хейта как часть своей новой актерской жизни? Будем следить за развитием событий.